У нас есть сайт по продаже моторных масел. Здесь есть форма подписки. После подписки приходит целый ряд писем по тому, как продавать эти масла. Так званый автореспондер настроен. И проблема была в том, что после такой регистрации на веб-форме нужно было еще подтвердить регистрацию в письме. Заказчик не хотел этого подтверждения. Заказ был в том, чтобы отменить это подтверждение и сразу же после регистрации отправлять первое письмо из серии автореспондера. Сама регистрация из серии писем была настроена в MailChimp. Пришлось добавить интеграцию с MailChimp со сторонним третьим сервисом. Этот третий сервис мы интегрировали как форму в текущую форму. Далее сменили дизайн той формы на дизайн формы на данном сайте. Встроили Final Welcome Message в уже самом MailChimp. Вот у нас есть Final Welcome Message. Мы его сделали как первое письмо из серии. То есть у нас первого письма в автореспондер теперь не было, а было вместо него просто Final Welcome Message. Подтверждение по email нашей подписки мы отменили. Давайте протестируем на один из моих имейлов. Здесь сейчас нет писем о подписке. И я возьму, зарегистрируюсь на данном сайте по email. Проверим перед тем, как регистрироваться в списке подписчиков, если у нас такой, как Сергей Шиповал. Вот мы возьмем, упорядочим по последним добавленным. Date Edit. Видим, что сейчас у нас Сергея Шаповала нету. Теперь возьмем, добавим Сергея Шаповала. Почту. Проверим. Пришло. Вот пришло письмо подтверждения у нашей подписки. И теперь проверим MailChimp, добавила ли сюда нас. Вот у нас есть Сергей Шиповал, который зарегистрировался 10:46 1.7.14.